Промсвязьбанк стал санатором регионального АвтоВАЗбанка. Как заверяют специалисты, за сохранность своих сбережений вкладчикам беспокоиться не стоит. В Промсвязьбанке новых клиентов будут обслуживать на прежних условиях. Улица композиторов Воробьевых, 5. Именно здесь, в самом центре столицы республики, разместился офис Промсвязьбанка. Раньше эти помещения занимал АвтоВАЗбанк, который теперь входит в состав банковской группы Промсвязьбанка. Специалисты уверены, процесс интеграции позволит клиентам и партнерам, которые раньше обслуживались в АвтоВАЗбанке, по-прежнему получать весь комплекс финансовых услуг. Сохраняются вклады и процентные ставки по ним. Объединяются две мощные управленческие команды. Клиенты АвтоВАЗбанка становятся клиентами системно значимого федерального банка. Также они получают уверенность в завтрашнем дне, а в наше время это немало значит. Промсвязьбанк входит в десятку системно значимых банков России. Поэтому клиенты надеются, переход из одного банка в другой должен стать не только комфортным, но и выгодным. Сейчас очень мало каких-то новинок, каких-то новых событий, а то, что вот происходит, то, что банк один поглощает другой, это очень хорошо на самом деле, потому что это ведет к стабильности, это ведет к тому, что люди, ну, в общем-то, уверенно заходят в это финансовое учреждение, люди верят этим банкирам. Мария Никифорова, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.